Душевными и мелодичными патриотическими песнями встречали многочисленных гостей и участников выставки в художественном музее Брестской крепости. О мужестве здесь говорило все, однако особенно громко художественные работы представлены лучшими мастерами кисти. Посмотрите, февраля необычный день, он уникален тем, что это праздник мужества, праздник силы, праздник отваги. И хоть мы выставку назвали «Мужчинам посвящается», это не совсем так, потому что женщины, они тоже в этом участвуют и показали себя с лучшей стороны. Поэтому, в конечном счете, конечно, эта выставка посвящена всем, всем людям, которые наделены мужеством, которые своим трудом, своей жизнью защищают нашу Родину и делают все, чтобы у нас было мирное небо. В выставочных залах представлены выразительные и красочные полотна художников-профессионалов, членов Белорусской ассоциации творческих людей. Удивительные в своей искренности, простоте, портретные и пейзажные зарисовки воспитанников Брестской художественной школы. Украсили своим проникновенным патриотическим творчеством экспозицию и ремесленники нашего города. Естественно, что на нашем мероприятии присутствуют и дети, которые рисуют войну. То есть рассказы о бабушках, о дедушках, о то же самое, тех, которые воевали. Здесь и афганцы, герои. Гости высоко оценили как само мероприятие и его торжественную атмосферу, так и творчество участников. Всего в залах представлено более 60 разноплановых работ. Особенно важно то, что прониклись ее настроением те, кому она посвящалась. Я очень рад, что меня пригласили на вот эту выставку «Вернисаж» наших мастеров. Вот. С огромным удовольствием познакомился с их произведениями, в которых ярко отражены и прекрасные образы наших людей, наша прекрасная природа и наше героическое прошлое. Можно с уверенностью сказать, что выставка удалась. Нет сомнений в том, что брестские художники не оставят без творческого внимания и женскую половину нашего города. Так что следите за афишами.